Вітаю, це програма «Перша студія». Я Анастасія Рінгіс, ведуча програми «План на завтра». Сьогодні працюю в цій студії, запросила в гості. У гості публіциста, автора книги про війну на Донбасі, митець війни Максима Бученка. Максиме, добрий вечір. Здравствуйте. Сьогодні буду з тобою говорити про майбутнє Донбасу. Я дуже уважно стежу за твоїми публікаціями, за твоїм, прочитала вже два твоїх романи. Я була здивована, по-перше, твоєю історією, власною історією. Я знаю, що ти багато років працював як шахтар. Ну так, це правда, на самом деле. І цей опыт, який я приобрел в той момент, для мене в той період, коли я працював, не казався зовсім радужним. На самом деле это очень... Ты працював с 18 років шахтарем. Да, с 19, да. То есть фактически я после техникума получил паспорт, и на третий день я уже пошел, третьего дня я уже спустился на землю, под землю. И на самом деле вот как бы я прошел множество этапов именно в шахтерской профессии, там от рабочего и поднимался выше. Для меня было дуже дивно, как ты это описываешь, цей шахтарский друг. Вокруг... Я знаю, что это важко, но настолько, как ты описал... И вокруг меня вот проходило множество людей. И вот каким-то образом, я так понимаю, что общество в некоторой степени все равно формирует от человека, и каждый из них оставил какие-то отпечатки. И в конце концов, стало, как бы я вот глубже воспринял вообще вот такую, как бы сказать, менталитет, психологию этих людей. А менталитет, психология этих людей очень хорошо объясняется теми условиями, как вы правильно сказали, то, что находятся, где они находятся, где они работают. На самом деле, пережив очень... таку власну трансформацию. І зараз у мене питання, які ми повинні збудувати, що ми повинні зробити, щоб ці люди, які зараз є такою опозицією так, до нашої ментальності, щоб вони теж цю трансформацію пережили, щоб Україна для них теж стала рідною країною, незважаючи на їх там зараз да, я понимаю. На ці події. На самом деле, конечно же, для того, щоб посмотреть будущее, нужно понять настоящее и прошлое. То есть, банально істина, но тем не менее. Поэтому я написал эту книгу в тот период, когда уже началась война, такая в активных действиях, и стало понятно, что для многих людей не ясно, кто эти люди. Вот на той стороне, да, вот вроде бы мы жили в одной стране, это все равно, что как в коммуналке, да, вот люди живут в квартирах, да, а потом оказывается, что сосед там на краю буянит, там, а кто он такой? Або гомофоб, какие-то непонятные, что там с ним происходит. И начали задаваться вопросы, и множество людей задавались вопросы. Вдруг я, как вот мы чуть раньше говорили о том, что казалось, что у меня есть понимание того, кто эти люди. Потому что я долго там работал, я был в этой атмосфере, я работал на шахте в нечеловеческих условиях, когда мужчины там взрослые, здоровые, теряют сознание из-за того, что повышенная температура, кровь идет с носом. Ну, всячески просто такие нечеловеческие вещи, которые очень тяжело представить в 21 веке. Вот такой труд. И это все очень сильно отобразилось на том образе мышления, который там сформировался. И для того, чтобы нам исправить это мышление, нужно понять, то есть поставить диагноз, условно говоря. То есть болезнь лечит, сначала поставить диагноз. Поэтому я написал книгу «Художник войны», в котором рассказывается вот менталитет этих людей. Он несколько особенный, он отличается от других частей Украины. Но ты так начебто адвокатуешь цей менталитет. Я, наверное, проецирую. То есть я пытаюсь как бы просто показать. Я стараюсь в этой ситуации не выгораживать никого, не дай бог, кого, чтобы я оправдывал или был адвокатом. То есть это самое худшее, я считаю. А задача там, писателя – это отобразить те реалии, которые есть, углубить в эти реалии. Я думаю, что литература — это одна из немногих вещей, которая может всесторонне углубить понимание человека по некоторым вопросам. Например, мы все слышали, что такое Донбасс. И вокруг все живут стереотипами. Там Донбасс, отгородить, там проволока, да, никак на колени не наставил, все остальное. Но реальность не такова. И для того, чтобы понять ее, нужно глубже... На твою думку, реальность? Ну, люди були, вони були з цією ментальністю ще до війни. Потім почалася війна. З їх ментальністю, давай скажемо прямо, да, над ними так здійснили психологічний експеримент. Люди повірили в те, що вони начебто будують якусь там республіку, де там більше справедливості буде, щось інше. Як це настільки багато якихось викривлень, що як з цим взагалі працювати? Да, ну от ми якраз підходимо до такому важному моменту, коли ми ставимо от таку якусь итоговую, не знаю, вивод
вывод какой-то выводим из всей этой ситуации. Для меня он главный. В том, что люди жили в тяжелых физических там, условиях, экономических, они выживали, они очень сильно ориентированы на материальные ценности. И в тот момент, когда произошла революция, произошли события на Евромайдане, да, и потом война, и они были ориентированы на два таких основных момента. Это собственная безопасность, боязнь за собственную безопасность и экономическое благополучие. Вот в моей книге «Художник войны», вот вы же сказали, что вы читали, там вначале начинается как в маленьком городке, там 70 тысяч... Ровеньки. Да, ровеньки. Городок, и вот люди боялись из-за того, что приедут там нацгвардия, и они выходили на перекресток, и там со сковородками чуть ли не хотели их... от них отбиваться. Это на самом деле несколько выглядит и комично, и трагично одновременно. Я знаю этих людей, которые никогда не выходили, у них не было самоинициативы. То есть это общество в таком, находится в таком полузачаточном таком состоянии, и на выборы люди ходили под роспись. Очень тяжело было на митинги что говорить. Тобто диагноз який? А потом вдруг люди начали выходить. То есть они реально боялись за свою жизнь. Поэтому диагноз первый. Это то, что у них была боязнь за личную безопасность. И второй момент – это боязнь за экономическое обеспечение. То есть они боялись, что их придут и убьют, они боялись, что придут и... С цим все зрозуміло. Що нам з цим робити? Тому що, ну, ти мені казав, що ти прогнозуєш повернення Донбасу через рік або три. Да, є, це дуже є определенные причины. Як з цим працювати на рівні ментальності, як працювати з цим травмованим суспільством? Ну, я немножко чуть-чуть объясню, почему я на чому я ориентируюсь, что в двух словах, чтобы понятно было. Потому что есть экономические обоснования. То есть этот регион на самом деле всегда был дотационный. Начиная там от ШАК, заканчивая там ЖКХ и всем остальным. Постепенно все это приходит в ветхость. Например, там мне сейчас много рассказывают, там у них не было долго воды, а если вода начинает идти, она очень плохого качества. Я знал и жил там, что там вода всегда, с водой была проблема. Раз в три дня подают, и необходимо постоянно обновление инфраструктуры, там, ну, не знаю, трубы заменить, там, банально там, полотать дорогу и все остальное. Все это не происходит, и со временем это все может привести к какой-то катастрофе. То есть уровень обеспечения, который сейчас там дает Российская Федерация, на самом деле, то есть они фактически взяли там, я не знаю, под контроль всю экономическую составную часть, они просто идут на поддержание, но не на развитие. Поэтому есть определенный период, когда это все развалится. Соответственно, есть, я так считаю... Я знаю, что заводы зараз... Да, заводы, большинство множество закрыты, то есть шахты фактически на поддержание. Что такое шахты? Нужно понимать, что там всегда горное давление, если не будет работать, оно просто задавит. То есть это не то, что там, например, там станок стоит, да, и ты через 5 лет пришел, начал работать. Нет, такого не происходит. То есть нужен непрерывный процесс. Этот процесс не происходит. Не случается, да, вот. Поэтому нам необходимо от этой территории в некоторой степени или избавиться, или ее развивать. Никто развивать ее не хочет, и я считаю, что есть политическая воля для возврата. Поэтому в какой-то момент есть такая какая-то точка 3-5 лет, когда его необходимо будет вернуть. Потому что если мы услышим, то политический там пресс-секретарь Путина Песков говорит, что да, возможен возврат Донбасса в случае гуманитарной катастрофы и все остальные вещи. То есть нужно понимать, что Песков — это голос Путина. То есть это как, таким образом дается явные намеки. А Донбасс — это разменная монета в геополитических каких-то там играх, да, в геополитическом каком-то споре. Да. В какой-то момент он будет возвращаться. И завтра эти люди будут рядом с нами, и нам нужно будет что-то с ними решать. Поэтому у меня есть две книги, которые описывают эту ситуацию. И первый момент, который я как бы... Во второй книге я описываю, называется «Три часа без войны», когда несколько людей попадают в одно закрытое помещение. Один человек – это русский, который воевал за Украину, второй – украинец, который воевал против Украины, и третий человек, который был ни за, ни против. И вот эти три человека попадают в камеру СИЗО и проживают целую жизнь в течение трех часов. Они приходят до какой-то спильной думки. Проходят именно вот эти тут первый момент, с которым нам предстоит столкнуться. Это столкновение, в первую очередь, взглядов, вот такое яростное. Да. Потом понимание, что они находится в закрытом пространстве. То есть мы в любом случае будем находиться в одной стране, и нам в любом случае жить. Потом, потому как будет понимание, будет процесс выговаривания. Я думаю, очень важно нам научиться слушать. Это тяжело на самом деле слушать. Особенно другую сторону тяжело слушать. И им будет тяжело слушать. Но и Донбасс, впевнен, що його взагалі ніколи не чув. И очень важно, да, ну так, кстати, какой-то миф, да. И очень важно, чтобы те люди, которые говорили, например, с той же стороны, эти люди бы здравомыслили,
мыслящие, такие взвешенные позиции. Тобто лидеры думок с обоих сторон. Ну, условно говоря, это не ватники, то есть это не те люди, которые как бы вот были инициаторами. Я вообще очень крайнего такого мнения, что и люди, которые держали в руках оружие, воевали или там были руководителями, то есть с ними нельзя разговаривать. Я прямо противоположный. А с кем тут есть можно? Множество людей, я с ними нахожу контакт, я с ними разговариваю, они даже есть какой-то авторитет. Тобто патриоты Украины, которые живут там на оккупированной или территории. Или какой-то взвешенный нормальный мнение. Какие мают вплыв. Да, 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 вот с такими такие людьми. Их и они есть. И самое главное нам сейчас уже с ними работать, по крайней мере, я с некими разговариваю, и, может быть, кто-то другой. И вот в какой-то момент, когда подойдет это время, 3-5 лет, и на завтра эти люди уже готовы будут стать вести диалог. Як ти бачиш побудову цієї комунікаційної платформи, де би люди з обидвих сторон могли бути? Я считаю, что самое главное – это выстроить некое публичное поле. То есть оно будет, условно говоря, состоять из нескольких моментов. Ну, например, это конференция какая-то, например, какой-то семинар, круглый стол, например, какие-то просто общение между людьми, просто выезд на другую нейтральную территорию. И эти люди начнут выговаривать, проговаривать какие-то моменты. Они очень тяжелые. Война много нам нанесла боли. Я считаю, что мы будем переосмысливать войну еще десятилетия в Украине. Это та рана, которую мы сейчас как бы не стараемся не замечать в Киеве, если посмотреть. То есть фактически не видно этой войны. Но стоит ближе поехать на восток, и она очень сильно чувствуется. Поэтому эти моменты, они будут переосмысляться, и когда будет процесс разговора, будут выговариваться болевые точки. В конце концов, я закончу, да, в конце концов, когда они будут выговариваться, будут приходить к какому-то консенсусу. И я считаю, самой главной красной чертой, которая подведена будет, это когда с той стороны будет произнесено, ну, образно, какое-то как бы покаяние. То есть, условно говоря, люди признают свою вину. Но нечто похожее, как происходило, там, не знаю, в обществе Германии после Второй мировой войны. Да, вот было как бы осознание того, что они сделали. Вот без этого осознания, к сожалению, нам невозможно будет полностью вот адаптироваться. Я думаю, что мы все-таки настолько все взрослые и цивилизованные, что к этому мы придем. Потому что я, опять-таки, понимаю, что российская пропаганда пичкает там, не знаю, там и местных жителей, и другие страны о том, что эти люди там за русский мир, там они все там такие обиженные. На самом деле это не совсем так. Среди них много людей, которые понимают. Например, я недавно разговаривал с предпринимателем, предприниматель, который нейтральная позиция, он говорит, что они стали жить гораздо хуже, налоги в два раза больше, их притыкают, везде их прессингуют, там даже хуже, чем в Украине. Мы считали, что в Украине плохо. Слухай. И теперь они уже готовы рассмотреть и думають, що, а як же ж тоді в Україні би вернутися? А я думаю про те, що, знаєш, цей регіон, він потребував модернізації досить довгий час. І були якісь ідеї щодо модернізації, але великий бізнес, який орендував ці шахти і мав власності, він був не зацікавлений, щоб відбувалася ця технологічна модернізація. Тому що технологічна модернізація, вона потребує інвестицій в людський капітал. Тобто людей потрібно якось там також модернізувати. І взагалі ця війна, те, що люди підтримали російську пропаганду, це якраз наслідки оцей немодернізованого суспільства. А як ти вважаєш, якщо людей, щоб повернути людей, нам потрібні там гуманітарні програми, а щоб повернути цей регіон, які економічні програми мають бути? Ну, от один із моїх головних героїв, художник війни, це мужчина, його звуть Антон, і він хотів стати художником. У нього дуже такий сильний, хороший талант, у нього отець був несостоявшийся художник. Я знаю, що це реальна людина. Це мої родственники по дальній лінії. І в якийсь момент стало зрозуміло, що він не може реалізуватися. Він не може реалізуватися, він виходить на шахту, у нього таке внутрішнє розчарування, таке здавленість того таланту, який він має. И в конце концов приходит война, он начинает реализовываться в войне. Это очень хороший пример, кстати, реальный, о том, что произошло с этими людьми. Как вы вот правильно сказали, что это индустриальное общество, даже не постиндустриальное общество, им тяжело находиться и находить себя. Вот этот процесс нахождения, он несколько такой глубокий, может быть, такой метафизический, философский. Он повязан с экономическим. Конечно же, потому что когда люди работают на той работе, которую ненавидят, они встают как рабы, туда идут. Что с этим работаем? И первый момент, конечно же, я вижу это, ну,
изменения, перекроения каким-то образом всей экономики региона. Например, до войны я общался с поляками, которые хотели и начали уже работать в том, чтобы открыть агрогород в Луганской области. Это огромные инвестиции для этого региона, было до 300 миллионов долларов, и они, к сожалению, потом оно не состоялось, началась война, и это говорит о том, что это были единичные инвестиции. То есть, когда и суть его в том, что людей способствовали развитию фермерских хозяйств. Что такое фермерский хозяйство? Это человек, который отвечает за себя. Это был бы хаб такой, да, да, аграрный. Это ей очень значимо, на самом деле, и основа. Человек отвечает сам за себя, он уже понимает, что делать. Если, вот, например, для примера приведу такой даже факт устоявшийся. Север Луганщины более сельскоразвитый, там больше сельских жителей. И они меньше, или как сказать, не так активно восприняли сепаратистские настроения. То есть там были все-таки, но меньше активно. Это говорит о том, что когда человек хозяин на земле своей, когда он что-то делает, у него же формируется особый тип мышления. Поэтому нужно было развивать экономически, вот изменять эту ситуацию. Если закрывается шахта, то необходимо были развивать другие какие-то мелкие предприятия, которые люди бы давали бы им вот возможность для развития. Изменялось бы мышление, и люди бы стали бы сами отвечать за свою жизнь. И когда пришел бы русский мир, они сказали бы, стоп, подождите, а ведь это все изменит, разрушит нашу жизнь. Мы не согласимся. А это случилось только именно по той простой причине, что у людей не был развит менталитет. Вот. Ти дуже гарний приклад шахтаря, який пройшов свою таку персональну трансформацію. Я тобі дуже вдячна за всю, за цей діалог, дуже змістовний. Я б хотіла тобі запропонувати, давай потиснемо руки. Я буду з Східної України, ти з Західної. Це буде такий сакральний акт. Я вважаю, що примирення, воно все ж таки настане між людьми, між українцями, які живуть в цій країні. У мене в гостях був публіцист Максим Бутченко. Це була програма «Перша студія». Я Анастасія Рінгіс. До побачення.